Ребята, Генуя на проводе. Все, хочу вас спросить. У вас погодка наладилась или нет? Не переживай. Папочка вообще написал 2 градуса. Глядишь, и урожая не будет. Киев, таточка, что там у вас? Давайте подуем вам горячего воздуха. На все 4 стороны подул. Скажите, Лилюк, иди ты на все 4 стороны. Да. Иду, иду. Иду на работу. В этом году что-то, конечно, странное с погодами. Очень странное. Наверное, зимой будет теперь лет. Подождем. У нас жарко, у нас очень жарко. Сегодня парень. Сегодня опять все в тучах, дождя нет. Такая паркота стоит, что это страшное дело. Будем держать кулачки за ваши огородные дела, за ваши результаты. У меня огород растет, бедолага, сам по себе. Вчера сосед, смотрю, цветочки пересаживал, так все красиво. А у Лилька на тяпы-ляпы все само растет. В общем, хочет вяжется, не хочет, не вяжется. Как Бог даст, так и будет. Идем посмотрим, что там нас ждет сегодня на работе. Как всегда, зоопарка. Может, какой-то рецептик новый сегодня появится. Посмотрим. Кто бы сомневался. Как всегда, нас ждет полупустая витрина мороженого. Чао, рагаци. С того гордандо ла витрина, вот оде и джелати. Мишка. Привет. Привет. Но он мне деве дать детерсиво. El quid detersivo, guarda, vieni, vieni. Купил. На работу купил нам для мытья посуды. Вилла. Молодец. Муа. Come è caffè di mattina? Buono. Mamma dice i fan, lo sai, in Ucraina. Anche in Russia. Anche in Russia, io e Michelle siamo famosi. Знаменитые. Guarda che wow, ma che bel caffè, Ale, ma sei bravissimo. L'hai girato? Io l'ho messo dentro e gliel'ho anche girato. Visto? Lo zucchero. Hai girato zucchero? Passacario. Stiamo parlando di zucchero, No. Помешал, пенки налил. Не бариста сказка. Клубничке моей стало жарко, и она укакалась. Так, сейчас отнесу Мишке банан. У нас Эквадор без банана жить не может. Покажем ее довольную рожицу. Мишка! Эла банана! Лунико фрутто дел амор! Даром времени теряй, будь как Лилька, погоняй. Так, 2 яичка шлеп, 100 грамм сахара шлеп. Не сказала, что делаем, как всегда. 750, сейчас отмерим. 100 грамм сахара, 2 яйца. Запоминайте, сама забуду. 100 грамм сахара, 2 яйца, расколошматили, как получится, неважно. Простату делаем, ребята, песочное тесто. Могу и не взбивать, просто заколонкусим, чуть-чуть ванильки туда шлёп, чуть-чуть сольки туда шлёп. Ладно, не буду вам гудеть, сейчас скажу, что я еще сюда положу. 200 грамм маслица. А пачечка килограммовая. 200 грамм маслица и 300 грамм мукички. Отмеряем. Трам-трам-трам. Начинается день. Удивительный день, который заставит делать мороженое. Мишка весы назвала Пейза. Они Виталий Биланча называется.
Пекар рот с нас прикалывается. Говорит, на каком языке вы разговариваете? Фиг вас поймешь. Ma poi vandese. Ti serve, è arrivata la mar. Bene, controlli la bola, Ale. Che già ha fatto. Bravo. Tutto... Grazie. Все, уже приехали, привезли нам продукты, Али, проверим. Микроволновочка. Так, ладно, отмеряю 300 грамм муки. Ну, естественно, пачечка разрыхлителя. Все. Я думаю, что на терку натирать не будем. Мы разложим низ, намажем вареньем. Мы хотели клубничное, но оно укакалось, поэтому возьмем абрикосовый джем. Сейчас я его попробую реанимировать. Я его перекипячу, посмотрим. Нет, значит, выльем. И все, потом покажу, как я раскладываю крастату. Маслица не сильно горячая. Мы не заварили тесто. Но теплая. Видите, еще кусочки. Сейчас маслина нам не нужна. Видите, яички даже эти хорошо уже расколбасили. Поэтому добавляем сюда маслица. Муку отлетели, все, тесто замешано. Сейчас мы этот колобочек оставим в пленочке. Пусть оно постоит с полчасика. А пока надо 6 килограмм на пиццу замесить тесто. Пиццы вечером улетают, улетают. Дальненько я. Пусть улетают. Casa mia, no una. Come due. Мы смешали ничего. Все, жрем и жрем и жрем. Сколько можно жрать? No, я нормально. Solo frutta. Мишка, тут тебе hanno detto che sei francese, француженка. No. No. Da dove sei? Sudamericana. Sudamericana. Понятно? Latina. Latina. Латинская Америка. No. No. Latina, no. No. Sudamericana, Latina. Sudamericana, Latina. Вы поняли? Делаем мясной рулет. Раскатали фарш. Сейчас мы сверху добавим немножко сыра. Вот такого эдамер нарезали. Добавим немножко горошка. Разложим горошка, свернем рулетиком и запечем. И будет такой мясной рулетик. Я прямо качалкой раскатала. Очень удобно. Чуть-чуть качала. Решили мы завернуть сыр и шпинат. И будет очень красивый такой рулетик. Люблю я макароны. Талия пью. Эта рыбка называется скорфано. Ma tipo di disqualino sempre questo pesce o no? Di squalo di che tipo? No, no, scorfano. Scorfano sono pesci che sono anche qua, che sono dagli scogli. Sono quelli rossi che se li tocchi pungono. Sono dei pesci, sono belli e brutti. Sono un po'. Ma sono pesci. Fai vedere come sono belli e brutti. Ho такие некрасивые рыбы и короче, они начинают, короче, колоться. Они капали куло, как бы фильм. Короче, эта рыба некрасивая, но вкусная. Скорфано называется. Сейчас мы ее в белом вине с петрушечкой сделаем. Но она очень большая, мы ее разрежем.
на две части. Я такой рыбы еще никогда не ела, поэтому спрашиваю. Делаем крудоёлу. Сейчас, как сказать, чесночок. Чик-чик-чик. Нарезаем помидорчики. Чесночок раздавили. И вообще-то надо, чтобы был базилик. Базилика нет, поэтому мы добавим петрушечку. И потом идет ложечка нашего соуса, ложечка рикотты и к пасте. Вот это называется крудоёла. Серединки Эрика вырезает, которые мокрые, мы их куда-нибудь в соус добавим. Будет такой более подсушенный. Потом я вам покажу, как он будет выглядеть в тарелочке. А, ну лосо. Вот здесь у нас бокончини ди такино. Си, на воле водира ингрусо. Индюшиная грудка в грибном соусе. Очень вкусная. Видите, какая? Кусочками порезанная. Грибной соус такой быстрый. Сметанка, грибной соус у нас уже был готовый. Поэтому разбомбаскали пару ложечек помидорчиков. Сейчас оно протушится. И все. И вдобавок будем добавлять какую-то вердуру. Ну, типа там, зукини, что у нас есть. Горошек зеленый. Расстелили. Намазюкаем сейчас. С такой мармеладик абрикосовый. Ай, красотища. А, какое желтенькое, такие желтые яички. Сейчас посмотрим, если смогу кусочками нарежать, украшу кусочками. Если не смогу, на терочку натру, как мы обычно это делаем. И будет такая у нас закируха. Секунду, ты, Эрика, баста. Си, си, белла. Белла. Альтроке. Эрика Шубелла. Сейчас мы вот этим ножичком нарежем. Будет быстрее на терочку, потому что пока постояла туда-сюда, она уже растаяла. Не берется. На терочку натрем, затрем. Закинем. Думаю, минут 20. Ха-ха-ха. За головой хватит. Сойдет, да? Да. Сейчас закинем в духовку. Такие желтые яйца вообще супер. Chi ha mangiato la banana? Вы видите, чем народ занимается? Одна Эрика работает. Эрика, cosa metto una ventina di minuti 160 gradi? 180. Anche. Ok. Arrivo. Vedete? Красавицу. Несем до Али. Али, я тебе окупо форно. Мишка, mi apri forno, per favore? Нима, l'hai messo le pizze lì. Li togliamo le pizze. Mi serve forno. Forno. Mi serve forno, cosa ho detto io? No! Ma non toccare, Mi. Non toccare, devo aprirla. Ma Mima, dovevi stendere prima di non lasciare questi gobette qua. Cosa stai facendo? Mi dà sbella raslagit srazu. Mischa, cusoccia mi una chedala te per... Ma faccio così come stendere a mano, allievo. Ah, vabbè. Fai, fai come vuoi. Camicia. Quale camicia? Ti la devo camicia dare i soldi? Rubasco, mi nada Mischke kupiti. Kupi Mischke rubasco na rabota. È uscita altra figlia. È uscita altra figlia. Io non mi devo operare. Quale figlia? Ho detto, devo comprarmi la camicia. Io ti ho chiesto i soldi. È uscita altra figlia, ho detto. Ah, no da, nasce mia dочка. Se jej nada pokupat, mi ješ pokupajem. Non è che si mi ha rotto l'intestino. Ой, Мишель, Мишель. Ой, Мишель, Мишель. Ладно.
Хорошо, купим ей рубашку. Че на пала. Как деньги дадут, купим. Продают коко на этом. Короче, реклама коко. Молодец. Рыбка готова и уменьшилась в размерах. Я думала, мы ее на двое будем разрезать. Тут хотя бы на одну порцию хотела. Наша грудинка с индейкой хорошо выглядит. Так, ладненько. Вроде все готово. Наша крудоела, вот она так выглядит. Помидорчики с чесночком. Сейчас видно. Потом добавляется, замешивается в этой тарелочке ложечка холодного этого и ложечка рикотты из горячей пасты. Это получается летний вариант пасты, очень вкусный, очень вкусный. И ничего сложного в приготовлении. Нарезали помидорчики, затерли чесноком, бросили листочек базилика и добавили рикотту. Все. Все фильмы. Сиси стандарта. Я все. Варенье. Как бухнуло, как пахнуло. Думала, что война началась. Сейчас посмотрим. Если ничего не получится, на полу показала. Хайведер. Сейчас будем душ принимать, ребята. Ничего, зато красота удалась. Зато красота удалась. Опс. Она сейчас чуть-чуть остынет. Покажет, какая красавица. Где ты там? Вот она там. Не стала телефон разворачивать. Вот она красивая и пахнет хорошо. А! Все, дорезали рулетик. На сегодня приключения заканчиваются. Посыпали еще сыром. Рулетик красивый получился и вкусный. Рыбка вкусная, курица вкусная, такино вкусное, у нас все вкусное. Хорош дурачиться, начинаем работать. Ecco, come si presentava nel piatto. Mi fai vedere un attimo questo piatto? Вот так вот крутойола выглядит, сверху сыр. Grazie. Сейчас попробуем крудоёлу. С чесночком. Вкусно. Во. Аж глазки на лоб от чесночка. Сейчас будем как змей Горыныч дышать. Я уже дома. Первым делом самолеты. Олечка, а мороженое? Мороженое потом. Мороженое для тебя. Сывалилюк бежит домой. Вечернее небко в тучках показать вам. Смотрите, какие цвета. Ух, гадость, комар полетел, надо же. Прямо на камеру запозировал. Красота, да, ребята? 9 часов вечера. Скоро спадки пойду. А птички шо утром, шо вечером поют одинаково. Мы тут Луиджину чуть-чуть белья перестирали. Что там нам грянет гром или нет? Будем надеяться, что не грянет. Туда далеко вообще белые облака пушистые такие. Вот такая красота. Ладно, спокойной ночи всем, ребятки.